я еще один вариант покажу. Можно с перевода начать. Начинаем. Перевод. И вот в этой вот позиции нам надо, чтобы наша нижняя нога, пух, который мы заправляем, вот этот пучок зашел. Теперь я меняю свои руки. На место левой руки я убираю правую. Отсюда можно сделать твистер, забрать спину, можно просто вытянуть его на себя. Если я его начинаю вытягивать, и он упирается, я делаю дальше твистер. Если он не упирается, тут идет прикаев. Это все с переводом. Есть еще с других позиций. Уберем ногу. Ну да. Еще раз. Поднял. Ты сверху. Вот. Да, уберем ногу. Переводим. Подарили его ногу, чтобы он не поднял ее, не ушел, или просто даже колено вперед не увел. Вот. Заправляем крючок, поднимаемся, меняем руки, захватываем. Можно эту его ногу захватить от коричневых поясов, чтобы сразу и на канарейку уйти до коричневого, чтобы вам, ну, или не сделали замечание, там, под сути зависит. Вот, делаем опор свободной ногой и начинаем вытягивать его на себя сюда. В этот момент я ставлю свою свободную ногу на свою ногу. Еще можно сделать такой вот трюк и поднять его. Или же просто толкаем. В этот момент, когда мы его толкаем, меняем руку. Левая рука уходит к его животу, по линии таза. Можно взять воротник. Вторая рука в дальнейшем уйдет за его затылок. Толкаем, нога заходит, эта рука заходит сюда. И также вынимаем, вытаскиваем наши крюки. Перевели, заправили. Взяли и тянем на себя. Ставим ногу сюда или же сюда. Отсюда можно даже дрифт сделать. Перевели, заправили, поменяли наши руки, вытягиваем его на себя, толкаем. И когда я заправляю эту руку, я ее убираю сюда, чтобы сделать опору, потому что тут у меня есть захват воротника. Сразу заправить ее у меня не получится в этот момент, потому что мне просто не хватит гибкости. Я начинаю забирать спину, чуть приподнялся, можно сразу взять и уйти на бок, или же ждать, пока вы не сядете. Всем все понятно? Есть вопросы? Нет. Шикарный семинар, вообще прям огонь.